Ветра никакого нет. Полоса реби продолжает двигаться от дальнего берега озера к нам, постепенно рассеиваясь. Что это такое, непонятно. Похоже, что подземные источники, бьющие со дна, меняют свое направление и вызывают такие оптические эффекты на озере. Мы об них раньше слышали, но живьем вижу первый раз, что можем на камеру снять. Светящаяся полоса двигается, причем там, где она уходит, вода становится опять не ребристая, а гладкая. Все озеро гладкое, а вот волнуется определенный кусок воды, который перемещается в правильной геометрической форме. Что-то происходит под водой? Неизвестно. Она все ближе, ближе, ближе подходит. Все озеро гладкую поверхность имеет, а именно это шевелящееся пятно, непонятно что. Там вода как будто вскипает. Она ближе, ближе, ближе подходит. Шевелится, меняет форму.